сидят, короче, бабушки слушают телефон. Приколы вообще, ребят. Технологии. Да-да, смартфон. Прикольно, музыку гоняют, слушают. Маринка нас всех выгнала, непонятно куда, непонятно зачем. Настя уже колено растянулась, разбила. Вот какие мы идем. Слава, покажись. Ох, крутые. Это из Египта. Настя уже растянуться успела на ровном месте. Копия Марины, короче, ребят. Вообще, кому нужна жена, как моя, все там многие пишут, там, вот такую бы жену, вот вам. Такая же будет 100%. Тоже начитанная, но падает на ровном месте. О, какая у нас жара, ребята, сегодня. Сколько у нас градусов? 30-шку? 27. 27? Еще один. Ну, еще один. Да, для 27 для нас, ребята, это как... О, собака, овчарка. 27 для нас, это как будто бы, там, не знаю, в Африке, да? Там. Это очень. В Африке холодно. Понятно? Это очень и очень жарко для Перми. Да. Слава. У нас нормальная температура, это 10. Далеко не бегай. Давай, ты сам. Только ручки. Хорошо? Сейчас смотри, аккуратно. Давай, давай. Блин, я еще хочу. Вот так, так хорошо, вот так. После воды. Давай, вот ты нажми для папы. У нас сейчас колонки в Перми вообще редкость. Давай подержи немножко. Давай я подержу. Давай. Стой, 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 Слава. Слава, блин. Стой. Давай, давай. Сейчас маму. Слава, подержи. Да классная она! На ровном месте, вот на ровном месте чуть не упала. Можешь пописать? Пописать? Где? Здесь. Дай, пожалуйста, Настя. Дай, пожалуйста, Настя. Эй! Кто? Голожоп? Голопус? Сейчас голопус. Да, есть немножко. Водичку взяли. Мы уже дошли до вечного огня, до диорамы. Да, сейчас посидим и обратно. Настя посмотрела, мы уже больше 6000 шагов сделали. Ну да хорошо ведь. Ленивые жопки хоть немножко. Я вон что, в сланцах. И я такого мнения, и Настя. Только что растянулась. Как Настя-то вообще? Тетя, смотри, какая выше Марины. Ну, за счет этих каблуков. Тетечка ходит. Это у нас музей диорама. Эй, пузятик, тебе комфортно? Вообще, мне так хорошо продувает. Пузатик. Мама алфавит вспоминает. Молодец, Слава. Там вон всякие эти революционеры лежат. В 905 году, которые восстали. Славян. Оденем маечку. Не холодно? Давай, можешь шапку снять здесь. Солнышко нету. Это вот мемориалы, да? Вот это вот получается. А, селфи делает. Девочка делает селфи. С разных. Это мальчик ее со спины фотографировал. Сейчас она селфи делает на фоне. Вот это мемориал, я так понял, да? Сейчас девочка с парнем сидели здесь. Ну давай. Что там, Настя, что-то написано, нет? А, сейчас она ему дает телефончик, чтобы не уронить, и будет спрыгивать. Че, Настя, все любят вкусную грудь, да? Кто там залетел? Расскажи нам, поделись с нами. Слава, что ты, пойдем посмотрим огонь. Да, это огонь настоящий, а что, не похоже? Настоящий огонь. Памятник, правда, разрушается. Почему когда на месте она стоит? Почему на этом месте стоит? Да. Это как выражение как памяти. Не, не вставай, это мемориал, на него вставать нельзя. Это то, что вот в 905 году революционеры поднялись, вот произошла революция, правильно, Марина говорит? Да. Вот, это вечный огонь, это вечная память, что мы как бы должны помнить заслуги. Да, вот там, получается, могилки похоронены.
Да, там вот могилки, там похоронены, получается, революционеры. Но они не сразу все погибли, а со временем их хоронили здесь. То есть они были у истоков, получается, стояли революции, да, у истоков. Видишь, погиб в 47-м году, погиб. Не вставай, это могилки. Там люди лежат. Да, вот видишь, этот вот в 87-м, 47-м погиб. Вот, там в 88-м, 32-м погиб. Мы с Мариной, да, смотрели, тут даже есть молоденькие совсем, да, Марин, смотрели? Ну да. Лет по 17, да, там вот было. Ну вот смотри, получается, Слава. Да, это не то, что участвовали, это больше, это именно те, которые были предводителями, скажем так, этих революций, этой революции, да, вот это? Да. Потому что там всякие... Девочка пошла, фотографирует. Да. Памятник разрушается, ребята, его никто не делает. Денег нет, но мы держимся. Да, к музею относится, но там, если с той стороны сейчас обойти, он весь, ребята, такой рассыпается весь. Вот если посмотреть, он рассыпается. Ой, давно, мы уже года два с Маринкой здесь ходили, да, он рассыпался. Его не ремонтировали. Денег не выделяют. Нашел шишечку. Это двойная, да? Да, теперь мне... Мне кажется, ты в Америке ездил, какой-то в район афроамериканцев. У тебя трусы торчат, как у афроамериканца. Из шортов. Из Бриджит. Тетя. Тетя Настя. Я не тетя. А кто ты? Девочка. Девочка. О, ребят, белые голуби. Машинка. Да. Все видно, там сидят. Да. Такие красивые, они взлетали так. На самом деле клубе. Вот, ребят, мы ходим по частному сектору возле наших домов. Здесь как маленькая деревня. Ну, да, в принципе, тут и так деревня. Полетели, да, голуби? Белые-белые вообще. Их на свадьбу уже белых отпускают. Ну, может быть, не знаю. У нас Почта России голубями пользуется. Что-то видно. Голубинная почта. Кстати, раньше такого. Илон Маск отдыхает. О, машина. Местный абориген ездит. Синий дом. Кто-нибудь видел? Хоть раз? Я нет. Я да. О, прикольно. Вот точно. Синие два дома. Зеленая крыша. О, блин, круто. Наверное, мы ничего не понимаем в дизайне. О, прикольно. Кошка голову положила. Отдыхает. Вон эти голуби там летают белые. Пойдем. Ну чем не деревня? Угу. Слава. Слава. Мы уже загорелись с тобой, да? Пошли. Пошли, мужик.